Государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» выступил в городе Петровске-Забайкальском с новыми творческими номерами. На сцене Дворца культуры и спорта в первой половине дня состоялись два показа для маленьких зрителей. Коллектив представил красочный музыкальный спектакль, сказку-мюзикл «Тайна золотого ключика». Дети с удовольствием смотрели историю Буратино и участвовали в интерактивном представлении. А в вечерней программе государственный ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» при аншлаге представил петровчанам двухчасовой патриотический концерт под названием «О родине, о мужестве, о славе». На сцене, сменяя друг друга, звучали лихие казачьи песни и печальные композиции. Конечно же, не обошлось без танцев и живой музыки в исполнении настоящих профессионалов. После двухчасовой программы зрители стоя аплодировали артистам.